Друзі, ми продовжуємо наш прямий ефір, і зараз готові вам представити нову нашу рубрику в режимі онлайн. Це «Сніданки народів світу». Сьогодні ми готові вже представити нашого гостя. Будемо говорити про грецький сніданок. У нас в гостях Кіріакос Тасовалліс, так, правильно? Шеф-повар. Ми раді привітати нашого гостя. Дякуємо за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Отож, готувати будемо сьогодні грецький... Що ми сьогодні будемо готувати із національної грецької кухні? Ми сьогодні готуємо, приглашаємо, робимо грецький завтрак, як греки. Ми кушаємо завтраки. Я хочу в першу чергу вас извиняюсь, тому що мені не хорошо русский язык. Я думаю, может, друг понимают. Да? Поэтому я, думаю, наши телезрители тоже я недавно здесь на Украине, поэтому как могу больше, лучше, правильно я буду поговорю по русский язык. Тогда мы, когда только просыпаемся, сразу выпьем натощак чайную ложку оливкового масла. Это в первую очередь за нас, или столовая. Ложка, как каждый первый холодный джем. Идет начальная процедура за наш организм. Минут через 15-20 выпьем пол стакан воды без газа. И сразу все вместе помогает за хорошее, как работает хорошо наш организм, от суставы до всей внутренней системы организма. А теперь, желательно мы, конечно, греки, на Греции, выпьем цитровый фреш, апельсина и грейпфрут. То есть любого цитруса, да? Главное, чтобы был витамин С. Обязательно, обязательно. Все подходит. Или лимон, или лимон и апельсин вместе. Или можем сделаем только, как любит каждый человек. Кто хочет посладкий, будет только апельсина. Кто хочет чуть-чуть кислин, может добавить лимон или добавить грейпфрут. Даже небольшую горечь грейпфрут нам даст, да? Да. Чуть-чуть такое будет, да. Это витамин, это витамин С. Это очень важно за наш организм. А потом сразу мы сделаем кофе. Какой кофе? Когда это зимой мы сделаем чашечка горячий кофе спрошу американо, как вы, или мы сделаем заварной кофе греческий, на турка мы сделаем такой, это греческий настоящий кофе. Но когда уже это летом мы на Греции, и кто уже был на Греции, знает, что мы сделаем греческий фраппе. Что это фраппе? Это холодное кафе. Это или американо, или эспрессо, который сделаем процедуру на сейкер, на миксер, добавим льдом, будет очень вкусно, хороший холодный кофе. Кстати, в Николаеве я нигде не встречал нормально хорошо сделанное фраппе, вот такое, как оно должно быть, к сожалению. Дальше что у нас? Кто не пьет кофе, может тоже делать, особенно летом, свежезаренный чай с медом и пару кусочек льдом. Это тоже очень вкусно. Можем еще добавим лимон и мяту, будет еще лучше. Достаточно витаминная такая процедура, да, оливковое масло, соки, кофе со льдом и чай. Это все как бы завтрак еще, да, у нас? Это процедура перед завтраком. Да. А теперь надо когда входим на работу, надо перекусить, правильно? Конечно же. А у нас надо завтрак, на завтра это самое хорошее, у нас нужен бельки, углеводы и жиры омега-3. Поэтому готовим легкий салат, типа греческий, ну. Там не добавим все, что добавим на греческий салат. Если хотите, потом я вам скажу, что еще добавим. Ну, как делаем легкий салат? Приступаем уже, да? Приступаем, готовки.
поможем, чуть-чуть вам расставим это все. Это... Так, наши операторы покажут все, что мы делает наш гость, все манипуляции. Так это эти. Помидор. Угу. Мы его нарезаем крупными долечками, да? Нарезали долечками, перерезали на половинку, получились такие большие слайсики. Так, есть. Огурцы. Все довольно так крупно нарезается, насколько я помню. Да, у нас мы так сделали. Это традиция, да, все-таки, да, такие, да? Да. Особенно грецкий салат, это еще покрупнее. Mm-hmm. Шматки ще було, як було як покушати, так нормально, ситно. Ну, все-таки завтрак. Угу. І завтракати треба, як королю, много. Да, кстати, тільки хотів сказати, а ужинать нужно как нищий, да. Угу. Поэтому мы делаем хорошее. А у нас, к сожалению, у журналистов получается наоборот. С утра нужно бежать. Я с утра все-таки пытаюсь. А ночью получается как-то покушать. Особенно у меня, ну пока фигура. Сладкий. Нормально. Перец. Зеленый. Может, уберем тарелочку? Сиром фета, настоящий, греческий. Угу. Почему-то. Сюда. И сохранение тебе. Так, то есть у нас есть небольшая мусорка. Ну. Так, там мы все посмотрим. Обязательно греческий ореган. А что это за специи? Это специи, которые собираем от гора, от греческих гора, особенно на остров Крит. Угу. Можете понюхать и понимаете сами. Ой, класс. Это только на Греции такое растет. И, кстати, такую свежесть какую-то дает. Угу. Я себя прям в Греции почувствовала. Ну, уже пора, думаю, будет на Греции попробовать там посмотреть на нашу родину. Добавим оливки. Угу. А, кстати, я смотрю, у вас два типа, да? Да, да, постоянно два типа. Не бывает один, потому что там делаем еще контраст. Да. Такой яркий салат получается. И последний это оливковое масло. Оливковое масло – это самое важное. Это самое важное. Это омега-3. Это все витамины, которые собирают от… Это первый холодный один. Это греческое оливковое масло на греческий салат. Греческий салат без греческого оливкового масла не бывает. Правильно? Ну, конечно. Да. Так, вот наши… Все мы это... заправили, все, да? Это получается, да, у нас. Это готовый салат, легкий салат, который будем кушать на завтрак. Угу. Что еще, кроме греческий салат? Так, нашим телеглядачам давайте ми трохи припіднімемо, покажемо, як же виглядає грецький салат, якщо хочете уявити себе справжніми грецькими богами. Саме ось таку страву вам зранку треба. Я предлагаю немножко прерваться на сюжет от нашей Олечки Рудой, которую она готовила по греческой национальной кухне. Давайте все ж таки подивимося, а потім повернемося, звичайно ж, до нашого гостя та до страв, які ми будемо готувати. Грецька кухня має давні традиції. Вона поширила свій вплив через стародавній Рим та Візантію не тільки в Європі, але й поза її межами. Давньогрецька кухня була заснована на середземноморській трійці продуктів – пшениці, оливковій олії та вині, оскільки оливкові дерева та виноградники завжди були типовими для гірської місцевості Середземномор'я. А от м'ясо та риба не часто з'являлись на столах стародавніх греків. Інгредієнти ж сучасних кулінарних вподобань цілком різноманітні. Баранина і свинина, йогурт і сир, різноманітні сортів риби та морепродуктів. Оливки, баклажани, помідори, картопля, квасоля, перець. Багато страв використовують традиційне грецьке витяжне тісто філо. А серед спецій греки широко вживають орегано, м'яту, часник, цибулю, петрушку, укріп, фенхель, чепрець і лаврове листя. Часто зустрічається поєднання солодких прянощів, таких як гвоздика і кориці з м'ясом, з
споживання баранячого та козлячого м'яса, а також сирів з їхнього молока, є природнім для греків, адже клімат і природний рельєф більшості територій країни сприятливий для розведення цих тварин. Останнім часом в Греції, як і всюди в Європі, набули популярності заклади швидкого харчування. Проте більшість з них подають типові для грецької кухні страви, такі як гірос, сувлаки, різноманітні пироги, що звуться піта, зі шпинатом чи фенгелем, солодким та солоним сиром, оливками. Широко розповсюджені фастфуди, що продають піцу та млинці з різноманітною начинкою. Завдяки ситній вечері греки не надають особливого значення сніданку. Вранці цілком досить випити чашечку кави з пирогом. Приємну різноманітність вносить також гострий білий сир. На обід їдять дзадзикі, його з часником і свіжим огірком, або грецький салат, разом з яким подається запечена риба чи грецька запіканка мусака. Друзі, ми продовжуємо. Ми знову в прямому ефірі після цього короткого сюжету від нашої Олі Рудої. Оля Руда приторкнулася до грецької кухні теоретично. Ми зараз практично. Я нагадую до тих, хто до нас ще не долучився. У нас нова рубрика «Сніданки народів світу». Ми раді вітати нашого гостя і продовжуємо з ним розмову. Це шеф-кухар Кіріакос Тасловаліс. Так, ми сьогодні приготували уже грецький салат. Як бачимо, він уже в нас є на столі. Наші оператори його вже показували. Так, а зараз будемо, що іменно зараз будемо готувати? Зараз будемо готувати грецький бутерброд, який кушаємо кожне утро. Це у нас, як у вас, другий бутерброд, як робити сало або колбасу. Традиційний бутерброд. Це у нас бутерброд, який зробили і з паста, і з оливки, це молоде. Оливки, паста из оливки коричневые, паста из оливки зеленые, и еще из сиром фета. Кстати, еще такой вопрос встречный. Всегда бытует такое мнение, что это просто зеленые, это просто зеленые оливки, а уже те, кто, которые поспели, это уже коричневые. Это два разных сорта или это одно и то же? Нет, это разные сорта. У нас на расставили акценты. У нас на Греции есть примерно 20 разных сорта оливки. А здесь на Украине, здесь на город Николаев, на мой магазин, есть разные сорта оливки, которые приносим прямо из Греции. Там есть все такие продукты, оливковое масло, которое делаем сами. Это наша плантация из острова Крит, возле Ираклион. Мой брат и мой кум там, они сделали такое масло, и мы продаем на Украину. То есть это 100% натуральный продукт? Натуральный, настоящий продукт. Я хозяин, я грек. Все продукты, которые у нас есть, это настоящие. И сертификат. Поэтому я приглашаю всех. Это единственный магазин на город Николаев, который можете сделать, покупать настоящий продукт. А мы предлагаем начать уже, да, приготовление этого бутерброда. Давайте посмотрим, что же как. Что мы сделаем? Мы, это очень рецепт простой. Порежем хлеб или покупаем можем взять крекер. То есть тоже подходит, скажем так. Я разрезаю наполовину, да. А теперь творите. Паста из зеленой оливки. Добавим. Так, паста из зеленой оливки у нас также есть, вот. Такой прям аж играет на свете. Да, как янтарь. Паста из... Пахнет, потому что так ароматно. Раз такая свежесть, лето ощущается. Солнечно все. Так, у нас есть вот таких два бутербродика. Фета, которые... Тереть фета, сыр. Добавим еще... Натерли уже, да, то тертый у нас. Готовый натертый сыр фета. Добавим еще оливковое масло. Чуть-чуть помешаем. И сразу добавим на хлеб.
Я не знаю, как у тебя, ведь у меня уже слюнки. Да, есть такое. Так, вкуснота. Я думаю, у наших телезрителей тоже аналогичные процессы запускаются во рту. Сделаем еще. Один. А во-первых, оно так красиво смотрится, белый такой, коричневый, да, немножко желтизны, да, такая разноцветная прям. Красота. Как палитра. Еще можно добавить такое, наверное, самое главное, что вот греческий завтрак – это, наверное, самый яркий завтрак. Самый яркий, да, конечно. Самый солнечный. По крайней мере, хочу напомнить нашим, нагадати нашим телеглядачам, що це наша нова постійна, я думаю, вже буде рубрика «Сніданок народів світу». Сьогодні відкриває, скажімо так, цю рубрику «Грецький сніданок», і ось ми бачимо, що ж греки їдять на сніданок. Тож, якщо хочете себе уявити справжнім греком, готуйте грецький салат, який ви бачите на своїх телеканах. Давайте, тоді я зараз приготовлю такі... Кто хочет делать грецкий салат, я вам скажу рецепт. Что надо, надо обязательно, когда делаем грецкий салат. Надо помидор, надо свежие огурцы, надо лук, цибуля, вот круглый лук. Лук это обычный, наш, да. Надо зеленый перец. Витя, записывай. Я себе даже пишу. Надо сыр фета, надо оливки. Оливки мы добавим 2-3 сорта, а еще мы греки кушаем оливки из косточки, потому что у нас на Греции, когда приготовим оливки, косточка дает еще побольше вкус на оливках, когда это без косточка. Когда убираешь косточку, не оставишь вкус, который дает косточка, когда приготовить оливки. То есть салат мы ложим с косточкой. Ой, видите, это... какой секрет истинно греческого салата? Только единственное, аккуратно не сломайте зуб. Это есть две обязательства. Надо орегано, что? Надо греческое оливковое масло, первых оливковое. Потому что мы считаем это по чуть-чуть наглости. Делаешь грецкий салат и добавишь обычное масло, которое это... Получается греческий салат по-украински. Ну, это не то, как надо. Как должно быть. Это получается уже овощной салат. Да. Здесь на бутерброд особенно, когда мы сделаем, потом добавим свежий кусочек, тоненький, Помидорчик. Будет еще вкуснее. И еще дает хороший, свежий свет на наш бутерброд. Наш бутерброд еще больше преображается. Да, еще больше ярких красок. Ярких цветов, да. Яркие краски самые характерные для греческой культуры и для греческого, видим, кухни. Хотелось бы еще, у нас, как говорится, эфир не резиновый, подбегает к концу, да, именно приготовление. Хотелось бы уже последний момент еще спросить, где у вас можно приобрести вот настоящее оливковое масло? У нас на все такие продукты продаем на центральный рынок. Там у нас магазин называется «Греческая оливочка». Это на центральный рынок, на павильон, проспект Ленина, на центральный рынок на проспект Ленина, в центральный павильон на Бакалейной Аделе. Там это все знают уже греческий такой маленький, ну красивый магазин, который у нас есть. Там есть все такие продукты. Еще на город Херсона есть тоже у нас «Греческая оливочка». Это на улице Мира, на рынок Старт, улица Мира 18, тоже у нас есть такие продукты. А еще, кто хочет попробовать грецкий салат, мы уже есть хороший партнер, ресторан Оливиум,
которая находится на адрес Никольская и Альтереевская, раз в месяц или два раза в месяц сделаем, приготовим греческие настоящие кухни. Сам я приготовлю. Кто хочет, так может спросить, а когда будет. У нас постоянно есть такой раз в месяц или два раза в месяц. Я думаю, мы тоже приобщимся к этой акции вашей. Поэтому спасибо вам за такие контакты. Я забил. Если кто любит яйца на такой салат, который это на завтрак, может сразу добавить такие яйца. Тоже крупно нарезанные? Да, обязательно. Будет еще вкуснее. Ну, это не всех любит, поэтому я не добавил сразу. Это на любителя, скажем так. Поэтому. Так, наш греческий завтрак, как мы понимаем, уже готов. У нас есть греческий салат, у нас есть бутерброды. Мы благодарим нашего гостя за то, что он сегодня провел нам такой экскурс в Грецию. Спасибо вам большое, очень интересно. Я напоминаю, что у нас был шеф-повар, представитель греческой культуры.